Да, Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей. Мы продолжаем играть в игру про зомбаков. Отправляемся домой, забираем патроны. 200 патронов нормально, и бинтик возьмем. И у нас сейчас задание мэра. Нам дал мэр задание. Вот, изгнание бандитов. Едем, отправляемся. Сейчас будем изгонять бандитов. Ну что ж. А, мы идем с чуваками этими, моими друзьями. Мне, видимо, нужно сесть в автомобиль. Да, я наверху еду. И у меня бомбы. Эти ребятки сзади едут. А, вот они, бандиты. Бандюганы есть. Где? А, вот, смотри, стоит, гад. Больше я... А, вот еще бандит. Да их там несколько. Вон еще, давай, меняй быстрей. Есть. А, чего-то нужно удалить маяки. Какие маяки? Ага. Что-то не вижу. А, типа мне нужно отсюда слезть или что? Какие маяки удалить? В смысле? А, мне нужно еще... Типа мне надо будет еще так выходить с автомобиля и делать грязную работу здесь. Ё-моё, а вы что стоите? Не можете ничего сделать? Кто у меня стреляет? Так, я не понял. Я даже не вижу, кто стреляет в меня. Ага, вот он. Из окна сидит. Здесь конкретно... конкретно здесь они заселились. Эти чуваки. О, сколько вас, смотри. Толпа целая идет. А, вон еще, смотри, стоит, гад. Все, едем дальше. Здоровье 74 у меня. Офигеть. О, наверху, смотри, сидят. Подлечиться надо будет, слушай. Надо подлечиться. Давай выпьем водичку. Или что там, бобы там съедим. Сколько там у меня здоровья? 70 уже. Больше нигде здесь нет. Вот, смотри, стреляет, гад, а. Вот еще, смотри, с западни они сидят. Вот, идут. Сейчас, подождите. Все есть, хорошо, удалите маяки. Так, здоровье у меня опять 67. Все, идем, удаляем маяки. И сейчас гады начнут стрелять, где-нибудь из окон вылезут. Нужно смотреть внимательно. Все отлично, садитесь обратно на установку. Езжаем, едем дальше. Так, аккуратненько, ребята. Где? Вон они сидят, смотри. Стреляем. Меняемся быстрей. Здоровье 63. Шестьдесят семь. Надо следить за здоровьем. 64. Ага. Вот, смотри, где? В окне. Гад. 50 уже, 50. 43. Так, нужно подлечиться. Нет, нафиг. Так, используем 60, 90, 100. 170. Это у нас что такое? Длительность наносим урон плюс 20. Используем Азверин. Увеличиваем наносимый удар. Я не знаю, может уже сейчас и закончится. Миссия-то наша. А может быть и нет, куда они побежали? Да ё-моё, вы чё?
меня путаете. Посмотри, этот мужик сейчас умрет. Все отлично, успели, нормально. Все, вернемся в город. Сейчас я быстренько пробегусь здесь, посмотрю, может быть, где-нибудь что-нибудь интересное здесь лежит. Ну, например, типа сейфа. Нет, я ничего такого не вижу здесь. Этот уже, смотри, скоро бы умер бы. Вот было бы мне. Пришлось заново переигрывать эту серию. Ну, здесь вроде бы я ничего не вижу интересного такого. Нет, нету ничего. А-а. А здесь, может быть, здесь спрятан сейф. Нет, сейфа здесь нет. Ну что ж, ладно, отправляемся тогда в город. Все, едем в город. И поговорим сейчас с мэром, что он мне даст, что он мне расскажет. Мэр. Бегом бежим. Все сделано. Хорошая работа, может, можем сделать небольшой перерыв. В смысле перерыв? Ну ладно, все хорошо, мы выполнили задание. С мэром пока все, продвижения пока нет. Но у меня есть еще задание, в инсайт идем, садовая трава. Да, отправляемся и сейчас выполним здесь миссию. Сюда заходим. Ага, здесь зомбаки. Сейчас зомбаков уберем. Да сколько же вас? Меняем оружие. Есть. Готов. Ух ты! Мимо, а? Все, забираем патроны и отправляемся дальше. И здесь тоже. Так, надо аккуратненько смотреть, чтобы не было ловушек. Опа, очки, растяжка. Опа, видишь как? Растяжечка была. Ага. Убираем зомбаков. О, ползучие твари. Сейчас, подожди. Ах ты, гадина. Есть. Надо стараться стрельнуть ему в голову. Ах ты, мимо. Ох-ох-ох, смотри, как она подлетает. Все, перезарядили. Сейчас меняем оружие. Да ё-моё, в смысле? Не заряжено ничего. Все, готово. Поднимаемся наверх. Смотрим аккуратненько, чтобы не было О, сейф. Хорошо. Полная концентрация. Все, готово. Монеты... Бабы. И один бинт. Открываем. О, зомбачки. А здесь это не открывается? Нет, нет, ничего. Тут ничего интересного нет. Что ж, берем. Отстреливаем. Перезарядка. А, гады, а. Подходят прям очень близко. В смысле, алё, кто? Баба это, зомбач, паралич. Паралитик. Давай, перезаряжайся. Все, готово. Узнайте информацию о месте сбора членов культа. Сейчас посмотрим, кто у нас там культист. Открываем, смотрим, нету ли растяжек.
Все хорошо. Заходим в дверь. О, ты чувак, ты че на толчке сидишь? Как ты здесь выжил? Какого черта ты тут делаешь? Меня послал Эндрю. Ты что-нибудь знаешь об этой кукле? Какой кукле? Что за бред? Я ничего не знаю. Да знаешь, Эндрю сказал, что она была у тебя, когда он тебя лечил. Лучше говори. Это был подарок от тех лунатиков с большим цветком. Каким еще таким с большим цветком? Отправляйся в коллектор, потом держись левее. Там есть секретный вход. Спасибо. Что ж, мы выполнили это задание, садовая трава. Сейчас быстренько пройдемся. А ты что, здесь и останешься сидеть, чувак? О, смотри, что есть. Аккуратненько отходим. Ловушка, да, и меня немножко задела ловушка. Ага, а тут что у нас? Ох ты, кто, где, кого? А, вон что. Висел топорик, да как так? И тут лежит какой-то чувак с номером 05. И всякие инструменты. Здесь ничего интересного нет, идем дальше, смотрим. А тут что, кровать? О, смотри, на кровати какая-то игрушка лежит. Да, действительно, какие-то лунатики здесь живут. Сейфочек я открыл. Здесь больше ничего интересного нет. Ну что ж, отправляемся в город тогда. Посмотрим. Либо здесь пробежаться еще. Возможно, где-нибудь здесь будет лежать сейф. Сейчас посмотрим. О, смотри, магазин открыт. Переходим на эту улицу. Здесь смотрим. Нет, нет ничего здесь интересного. Может быть, даже, возможно, мы задание выполним. День ракет. Да-да-да, используем. Пройдем. Пройдем эту карту. Тут у нас есть зомбаки. И зомбаков у нас 9 человек. 9 зомбаков. Что ж, сейчас мы их соберем в кучку и подзорвем. Все, идем сюда, идем, идем. Сейчас будем вас подзрывать. Подрывать вас будем. О! Есть. И, к сожалению, они мне ничего не дали. Следующая группа зомбаков. Также мы вас сейчас подзрываем. А, патрончики, вот, патрончики дали, хорошо, спасибо. А где сейф, я не пойму. Я не понял. Где-то должен быть сейф, сейчас я вернусь назад, посмотрю. Сзади здесь, может быть, в самом начале был сейф, да я его не... А, вот он, сейф. Все хорошо, открываем сейф. Раз, два, три... 4 и 5. Сломал отмычку. Все. Минус одна отмычка. О, 4 гранаты, нормально, монетки. Хорошо, спасибо. Так, давайте, друзья, идем сюда. Ко мне. Так, бабища, ты тоже иди сюда. Все, идем к бочке. Ты слишком быстро шла. Все, спасибо. И отправляемся на стену. Защищать стену. Все, теперь ждем наших зомбаков. Есть бригада. О, нет. Ты мне не нужен. Меняем патрончики. Хорошо, что они от волны все умирают. И осталось совсем чуть-чуть. Тут зомбаков нету, нормально все.
Так, у меня 3 патрона. О, идут, идут, идут. И сзади, и спереди. Смотри, что творится там. Главное сейчас всех взорвать здесь нафиг. Так, главное, чтобы никто не подошел к забору. Все, стена повреждена на 20%. Все, сейчас уничтожим зомбаков. Все хорошо. Ждем следующих зомбарей. Сюда отправим одну бомбочку и сюда. Вот, стреляющий. Вот, еще здесь, смотри, подходят гады. В принципе, нормально здесь, несложно. Главное, не подпускать их к забору. Сколько у вас еще осталось? Меняем патроны. Вот еще и идут. Так, теперь быстренько. А, нет, смотри, да их там куча. Вот еще один. Все, миссия завершена. Отлично, хорошо. Теперь можно вернуться в город. Отправляемся в город. И идем к Эндрю. К Эндрю. У нас открылся Эндрю. Вот мой друг Эндрю. Здорово, Эндрю. Так что, ты нашел его? Что он тебе сказал? Он сказал, что они поклоняются цветку-мутанту. Похоже, он как-то их контролирует. Контролирует? Надо узнать побольше. Отправляйся в коллекторы и поговори с членами культа. Только без оружия. Принято. В смысле без оружия? С лопатой, что ли, мне бежать? Так, Руби, на 35 уровне ты со мной будешь разговаривать, да? Хорошо, отправляемся к торговцу. У меня есть кое-что для него. В рюкзачке лежит кожа. Продаем. В принципе, хорошо. И еще у меня, знаешь, что есть? У меня есть очки умения, которые мы используем для... У меня 44... А, нет, подожди. Что такое 44? 8 очков. Торговля. Торговлю сделаем, да, немножко. Что подороже продавать все. И критич... Нет, возьмем огнестрелку, увеличим. И здоровье увеличим немножечко. Все, в принципе, нормально. Ну что ж, дорогие друзья, на этом будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.